Свои беспилотники направил Петропавловский завод тяжелого машиностроения для изучения русла реки Есиль и осмотра мест затопления. Они могут доставлять спасательные жилеты, оборудованы камерами тепловизора и способны находить человека в темное время суток. В ближайшее время ожидается прибытие большой воды. В связи с запусками специализированных беспилотных летательных аппаратов, пользователи частных дронов призывают прекратить их несанкционированные запуски и ограничить использование на высоте свыше 100 метров.